Всем привет! Давно не появлялся на канале. Сказать мне особо нечего. Потихоньку разбираемся с участком. Уже стало хорошо у нас, чисто. Уже покосили первую траву. Избавились от всех животных. Пересчитали время. Пересчитали, сколько денег уходит на корма. Оставили только двух коз. Наверное, закупим третью. Потому что, продавая там 20 литров молока в день, в месяц, они четко себя кормят сами. И на сено им хватит, и никаких с ними там долгих процессов не происходит. Все очень быстро. Козликов продали, резать я животных больше не могу. Я убил всю оппозицию, все, которые были ко мне нелояльные, а уже вот этих маленьких выращиваешь. И я понял, что уже все. Двух козлят козликов на убой. Рука у меня на них не поднимается. А с козочками посчитал так. Вот за месяц, больше чем за месяц, они выпили почти 30 литров молока. Вязать их надо примерно в год-полтора. То есть только в 2024 году они родят. Мы получим молоко. Это будет мало. Поэтому никакого смысла растить маленькую козочку в таком небольшом хозяйстве нет. Нам проще купить еще одну дойную козу, чтобы получить молоко сразу. Ну, молока нам сейчас 6 литров хватает, будет еще коза, будет 9 литров, тоже хорошо, потому что я люблю простоквашу, дети пьют с удовольствием молоко, ну еще творог. Как бы забыл с ними никаких, они такие организованные, они умные. Вот. Ну ладно, с ремонтом тут потихоньку все идет, а я занимаюсь своим обычным делом. Вот собран у меня аппарат. Колонна собрана, соответственно, сейчас происходит вот орошение, вот таким образом идет, и я отбираю ядовитую головную часть, вот примерно по 1-2 капли в секунду, так как я знаю, что здесь у меня абсолютного спирта 8,5 литра, соответственно, мне надо отобрать 10%, 10% ядовитых кипящих спиртов. Это ацетон и всякая эта хрень, которая находится в той водке, которую вы пьете, ну, покупая в магазине. Почему бывает ацетон, воняет еще что-то? Потому что таким процессом там не занимается. Это вообще чистая трава. Поэтому сейчас я отберу 850 грамм. Вот она, так вот скоростью капает. 850 миллилитров вот этих ядовитых голов. Далее буду отбирать тело спирта. Буду ориентироваться на термометр. Вот, как только температура будет двигаться, соответственно, буду перекрывать кран, узел отбора. Вот. И, соответственно, вот из 8,5 литров абсолютного чистого спирта, который находится в кубе, по расчету здесь у меня 28 литров спирта сырца, спиртуозностью 30%, соответственно 8,4 литра чистого спирта. 10% головная часть я отбираю, это пойдет на рожек, ну, для технических целей, потому что крепость у нее, соответственно, 96,6. Вот здесь колонна у меня наполнена, здесь как бы две царги, наполненные нержавеющей СПН-кой, и во второй колонне у меня еще стоит медный пыш. Как бы он и укрепляет, и плюс я хочу оставить немножко ароматных хвостов, так как это медовая брага, чистый мед. Я поставил почти 300 литров, соответственно, использовал на эти 300 литров около 80 килограмм меда. Такой эксперимент. Вот, сейчас это отберу, потом тело спирта пойдет, и хвосты, там это тяжело кипящие спирты, соответственно, сивушные масла, от которых всегда плохо, потом еще что-то, похмелье, это как раз от них, это просто в помойку. Поэтому продукт получается очень недешевый, но приятно работать на таком аппарате. Посмотрите, можно просто засмотреться. Вот так происходит орошение колонны.
Так что меня от аппарата теперь не оторвать. Я пока что жив. На животных времени совершенно нет. Скоро день рождения у одного очень хорошего человека. И хочу в качестве угощения привезти 20 литров хорошей, отличной водки. Всем пока. Пишите в комментариях, что вы думаете о моей новой профессии. Вот мой рабочий стул. Здесь я наблюдаю за процессом. Ну, вот у меня здесь эти самые растишки какие-то растут. Аппарат теплый. Можно, кстати, носки сушить. Но я этого не делаю. Пока-пока.